Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі отырысымызды бастамас бұрын. Бүгін біздің әріптесіміз Сәкен Әділханұлының туған күні. Қорғаныс министрі Сәкен Әділханұлы, бүгінгі сіздің қуанышты күніңізбен құттықтай отырып, өзіңізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге жемісілік тілейміз. Күн тәртібіне көшейік. Біз бүгін еліміздің өткен 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму нәтижелерін қорытындылап, мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті талқылайтын боламыз. Сонымен қатар өңірлерді дамытудың бірқатар мәселелерін талқылаймыз. Қосымша жобалар туралы бірнеше сұрақтар бар. Экономикадағы жағдай туралы толығырақ бізге ұлттық экономика министрі Бишімбаев баяндайды. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті үкімет мүшелері, алдын ала деректер бойынша 9 айда тауарлар өндірісін 0,2%-ға және көрсетілген қызметтер өндірісін 0,4%-ға өсімін есебінен экономиканың өсі қарқынды ағымдағы жылдың қаңтар-тамыз айларындағы 0,3%-дан 0,14%-ға дейін жедел қарқынмен өсті. Азық түлікке салынатын салықтар нақты мәнде 1,8%-ға өсті. Осымен қатар инфляциялық процестер бәсеңдеп, валюта нарығындағы ахуал тұрақтанып келе жатыр. Бизнестің инвестициялық белсенділігі мен елдің халықаралық резервтері өсіп келеді. Сондай-ақ жұмыссыздықтың төмен деңгейі сақталуда. Бұған экономиканы әртараптандыру жөніндегі бағдарламалар және жоспарларды іске асыру, инфрақұрылымды, кәсіпкерлікті және агроөнеркәсіпті дамыту, сондай-ақ жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету бойынша шаралар септігін тигізді. Ситуация в отраслях экономики. Основной вклад роста экономики внесло увеличение выпуска в строительстве. Рост составил 6,9%. В сельском хозяйстве рост составил 4,9%. В транспортной сфере рост на 4% и обрабатывающей промышленности на 0,6%. Все так же сохраняется отставание объемов горнодобывающей промышленности от объемов прошлого года. Снижение за 9 месяцев составило 4,4%. Это связано с факторами сокращения добычи нефти, угля и железной руды. По железной руде я хотел бы отметить, что в целом несколько начинает восстанавливать ситуация. Объемы отгрузки железной руды в Китае увеличились 2 раза. В то же время сейчас местные органы власти Костанайской области и компания прорабатывают дополнительные рынки сбыта для экспорта в Россию. И есть ожидание, что текущий объем до конца года может быть увеличен, хотя все равно ожидается некоторое снижение по сравнению с прошлым годом. В то же время замедление темпов сокращения выпусков горнодобывающей промышленности сказалось на улучшении динамики в целом. Снижение в промышленности сократилось с 2,3% в январе-августе до 2% по итогам 9 месяцев. Благодаря индустриальной программе сегодня снижение в горнодобывающей промышленности компенсируется положительной динамикой в обрабатывающих секторах. Рост в обрабатывающей промышленности за январь-сентябрь 2016 года составил 0,6%. В разрезе обрабатывающей промышленности выросло производство металлургической продукции на 7,8%, деревянных изделий на 8,7%, продуктов питания на 3,5%, лекарственных препаратов на 2,1%, резинотехнических изделий пластмасс на 1,8%, а также нефтепереработка выросла на 0,4%. Сдерживающее воздействие на рост в обрабатывающей промышленности пока оказывает снижение в машиностроении. В региональном разрезе рост выпуска промышленной продукции зафиксирован в 9 регионах, снижение в 7 регионах. В тройку лидеров по росту промышленной продукции вошли Карагандинская область с ростом на 5,2%, Южно-Казахстанская с ростом почти на 5% и Акмолинская область с ростом на 4,5%. Наибольшее снижение отмечается в областях, которые традиционно имеют развитый нефтегазовый сектор. Это связано с конъюнктурой мировых рынков, как было отмечено выше. В Кызылординской области промышленность снизилась на 10%, в Мангыстауской на 3,6%, а в Тюбинской и Западно-Казахстанской областях на 2,5%. В целом, Джибахчан Абдирович, хотели сказать, что несколько начинает восстанавливаться объем производства в нефтегазовой отрасли, то есть добыча нефти идет с опережением того плана, который был на 2016 год. На это положительно оказывает влияние, во-первых, рост с мировой цены до уровня свыше $50 США за баррель, а также начало добычи на месторождении Кашаган.
Рост продукции сельского хозяйства составил 5% за счет, почти 5% за счет увеличения производства продукции растениеводства на 7%. В животноводстве рост составил 2,5%. Вы знаете, что в текущем году собран рекордный урожай зерновых. По состоянию на 24 октября сбор составляет 23,6 миллиона тонн зерна, урожайность 15,4 центнера с гектара, что почти на 2,4 центнера с гектара или на 18% выше уровня прошлого года. Некоторое снижение сельхозпродукции произошло в Мангистауской области, во всех остальных областях есть значительный рост. Наибольший рост отмечается в Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях. Это связано с тем, что в прошлом году в Акмолинской области рост был несколько ниже, чем в соседних отраслях, особенно в части зерновых. И хороший урожай этого года за счет базы прошлого года дал такой значительный прирост. Объем строительных работ увеличился на 6,9% за счет жилищного строительства и реализации инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нурлыжол». За январь-сентябрь 2016 года ввод в эксплуатацию жилых домов возрос на 13,6% до 7,2 миллионов квадратных метров. Ввод многоквартирных жилых домов вырос на 26% до 3,4 миллионов квадратных метров и индивидуальных жилых домов на 4,4% до 3,7 миллиона квадратных метров. За счет госсредств по настоящий момент в эксплуатацию введено свыше 617 тысяч квадратных метров жилья, или рост по отношению к прошлому году составил 13,1%. Наибольшее увеличение темпа ввода жилья наблюдается в Павлодарской области на 69% практически, Акмолинской почти на 39%, Актюбинской на 31%, Кызылординской на 23% и в городе Астана на 29%. В целом, рост объемов строительства наблюдается в 8 регионах республики. Наиболее высокие темпы строительства зафиксированы в Атырауской области на 105,8% и городе Астана на 18%. Значительное снижение объемов в целом строительных работ, за исключением жилищного строительства, наблюдается в Павлодарской и Кызылординской областях. Это связано со снижением динамики развития промышленности. Инвестиции. Повышение инвестиционной активности способствует поддержанию положительных темпов экономического роста в текущем году и в целом закладывает фундамент для устойчивого роста экономики. Объем инвестиций за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом вырос на 4,1% до 5,1 триллиона тенге. Уже говорилось о том, что в первую очередь это связано с реализацией инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Нурлыжол». Основным источником финансирования инвестиций по-прежнему остаются средства собственные, собственные средства предприятий или 3,1 триллиона тенге. Есть здесь недостаток кредитных ресурсов, этот вопрос часто обсуждается, и сейчас ведется работа Национальным банком по решению этих вопросов, поэтому в этих условиях предприятия опираются на собственную прибыль для того, чтобы осуществлять дальнейшие инвестиции. Тем не менее, на фоне низкой базы наблюдается положительная динамика, в том числе и за счет кредитования, однако рост небольшой, 6,3%. Сохраняется высокая доля госинвестиций с учетом квазисектора на уровне 38,3% от общего объема инвестиций, или в абсолютных цифрах это почти свыше 1 триллиона 900 миллиардов тенге за 9 месяцев текущего года. Существенный рост инвестиций наблюдается в сельском хозяйстве, почти на 51%, до 190,6 миллиарда тенге, торговли, обрабатывающей промышленности, а также финансовой деятельности. На фоне общего снижения притока капитала в развивающиеся рынки следует отметить положительную динамику прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана по итогам полугодия. Чистый приток иностранных инвестиций за отчетный период составил 5,7 миллиарда долларов США. Это выше прошлогоднего уровня в 4,4 раз. Львиная доля прямых иностранных инвестиций была направлена на финансирование новых инвестиционных проектов. Почти треть валового притока прямых иностранных инвестиций направлялась на проведение геологоразведки. И это очень отрадный факт, потому что это означает, что в случае успешной геологоразведки есть основания рассчитывать на дальнейшие инвестиции в развитие уже непосредственно самой промышленности. В добычу нефти и природного газа вложено 2,2 миллиарда долларов США, в металлургическую промышленность 1,2 миллиарда долларов США. Немного о кредитовании экономики. С мая по июль текущего года начались признаки некоторого восстановления кредитования экономики, но рост накопленных кредитов на 0,5 сменился снижением на 0,1 в августе месяце. В
то же время за январь-август текущего года объем вновь выданных кредитов вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 6,3 триллиона тенге. Однако пока это рост за счет краткосрочных кредитов. За отчетный период выдача краткосрочных кредитов увеличилась на 15% до 4,1 триллиона тенге. Объем долгосрочного кредитования снизился до 2,8%. Новые кредиты в основном направлялись в торговлю, промышленность. В строительство направлено порядка 256 миллиардов тенге, в сельское хозяйство 188 миллиардов тенге, а в транспортную отрасль 182 миллиарда тенге. Для поддержки предпринимательства значительные ресурсы были выделены за счет государственных средств на льготное кредитование субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволили увеличить объемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса с начала года свыше чем на 35%, до 2,8 триллиона тенге. На фоне снижения инфляционных ожиданий произошло снижение базовой ставки с 17% в феврале до 12,5% в октябре. Это делает кредитование несколько более доступным. Однако дальнейшее снижение ставки будет увязываться со снижением уровня инфляции. Увеличилась база фондирования банков, объем депозитов с начала года вырос на 8,1% до 17,3 триллиона тенге. Доля депозитов в национальной валюте выросла с 31% до 41%. Внешняя торговля и международные резервы. Внешний оборот страны сократился на 28% с начала года до 38,4 миллиарда долларов США. Экспорт составил 23 миллиарда, импорт 15,4 миллиарда долларов США. На снижение объемов экспорта безусловно, повлияло снижение цен на нефть, алюминий, железную руду, медь, цинк. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке растут золотовалютные резервы. С начала года ЗВР выросли на 12,7% до 31,4 миллиарда долларов США, продемонстрировав максимальное значение за последние 4 года с июля 2012 года. Международные резервы страны составили 95,8 миллиарда долларов США и выросли свыше чем на 4,8%, в том числе активы Национального фонда в иностранной валюте составили 64,4 миллиарда долларов США. Инфляция. Наблюдается замедление инфляционных процессов. В августе месячная инфляция замедлилась до 0,2%. Инфляция с начала года 2016 составила 5,6%. Основной вклад, как мы уже отмечали, внесло удорожание непродовольственных товаров на 6,8%. Цены на продовольствие с начала года выросли на 4,9%, платные услуги на 5,3%, в том числе регулируемые услуги на 7,6%. Сейчас, в соответствии с поручением главы государства Бакытжан Кадыровича, до конца года мы приостановили рассмотрение обращений субъектов естественных монополий и субъектов регулируемых рынков о повышении тарифов. И вернемся к этому вопросу уже начиная с 2017 года, для того, чтобы более предметно и регулируемо рассматривать все инвестиционные программы, которые они заявляют. В региональном разрезе уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, отмечается в 7 регионах. Наибольшая инфляция зарегистрирована в Мангыстауской области, Астане и Южно-Казахстанской области. Наименьшая в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Уважаемый Бакытжан Кадырович, уровень безработицы в сентябре 2016 года составил 5% и сохраняется на низком уровне. В целом, итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2016 года демонстрируют постепенное улучшение социально-экономической ситуации. Надо отметить, что самое худшее дно, наверное, было нами пройдено в первом квартале. Тогда было зафиксировано снижение экономики до минус 0,4%. И начиная с июня месяца идет постоянный прирост темпов роста экономики. Во многом это связано с реализацией программ индустриально-инновационного развития, Нурлыжол, дорожная карта бизнеса, дорожная карта занятости, агробизнес, а также дополнительных мер, принятых в рамках совместного плана правительства и Национального банка. В начале октября на заседании правительства рассматривался вопрос о ходе реализации госпрограммы «Нурлыжол». С учетом поручений главы государства данных на расширенном заседании правительства, сейчас проводится корректировка дорожных карт бизнеса и занятости в целях развития массового предпринимательства. Также во исполнение поручения главы государства ведется разработка государственной программы развития АПК на базе программы «Агробизнес». В целом же, все эти меры позволят нам еще больше усилить экономический рост в 2017 году.
Вместе с тем, для обеспечения положительного роста экономики в 2016 году на уровне не менее чем 0,5%, в феврале текущего года правительством приняты два пакета дополнительных антикризисных мер на сумму свыше чем 972 миллиард тенге. Хотели бы отметить и обратить внимание всех администраторов данных бюджетных программ, а также получателей ресурсов за счет привлечения облигаций, необходимость более полного, точного исполнения всех мероприятий, освоения средств, тогда это нам позволит за делом иметь уверенность, что экономика прирастет на 0,5% по итогам года. Спасибо за внимание. Спасибо, присаживайтесь. Об исполнении государственного бюджета за 9 месяцев, Султанов. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, ағымдағы жылдың 9 айындағы мемлекеттік бюджеттің атқарылуы сапалы жетістіктермен ерекшеленеді. Кірістер айтарлықтай асыра орындалды, ал салықтар болса, қазіргі өзінде бүкіл өткен жылдың көлеміне тең келетіндей жиналды. Шығыстар бұл кезең үшін ең жоғарғы мәнге жетіп игерілді. Шығыстардың жартысы әлеуметтік болып табылады және тағда төрттен бірі экономикалық өсімге бағытталған. Өңірлік бюджеттер экономикалық тұрақтылыққа арналған жаңа трансферттермен қолдау тапты және жалпы жергілікті бюджеттер жақсы өсім көрсетуде. Атқару қорытындылары салық бюджет саясатының экономикалық жағдайда әсерін оң нәтижесін көрсетіп отыр. Біріншіден, кірістер 1 триллион теңгеге жуық асыра орындалды. Бұл макроэкономикалық жағдайдың жақсарғанын көрсетіп отыр. Мысалы, белсенді салық төлеушілердің саны 85 мың кәсіпорынға жетіп, 7,3%-ке өсті. Кірістердің артығымен орындалу бюджетті нақтылау үшін негіз болды. Осылайша контрциклдық саясаттың нәтижелері көрінеді, яғни экономиканы қолдау қосымша салықтарды туындатады. Бұл салықтар бюджет арқылы экономикаға қайтып келетін болады. Жалпы мемлекеттік бюджеттің кірістері 126%-ке атқарылды, оның ішінде республикалық бюджет 131%-ке, ал жергілікті бюджеттер 115%-ке атқарылды. Во-вторых, объем расходов государственного бюджета вырос на 13%, достигнув почти 7 триллионов тенге. Увеличены заработные платы врачей и учителей, а также других бюджетников. Выросли заказы на покупку товаров и услуг. Эти меры не позволили резко упасть спросу, потребительскому спросу в целом. Например, суммарные расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы выросли на 18% и составили триллион тенге. Еще 1,7 триллиона тенге направлены на инвестиционные расходы, стимулирующие экономический рост. Более половины всех расходов, или 3,6 триллиона тенге, направлены на социальную сферу, из них почти на 1 триллион тенге выплачены пенсии. В целом, расходы государственного бюджета исполнены на 98,6%, в том числе республиканский бюджет на 99,4%, а местные бюджеты на 97,9%. Освоение на центральном уровне улучшилось, однако бюджеты регионов по проценту освоения по-прежнему отстают как от республиканского бюджета, так и от своих прошлогодних показателей. Поэтому разработан специальный портал, через который центральные органы и акиматы отслеживают все этапы и мероприятия, необходимые для освоения бюджетных средств своевременно и в полном объеме. В-третьих, для стимулирования региональных экономик применены новые инструменты финансовой поддержки и взаимодействия. В текущем году впервые из республиканского уровня в местные бюджеты были выделены трансферты на экономическую стабильность. Годовая сумма 80 миллиардов тенге, за 9 месяцев уже освоено 55 миллиардов тенге на текущие нужды регионов. Это стабилизировало региональные бюджеты. Также впервые всем регионам была дана возможность заимствовать на внутреннем рынке капитала. Местные органы выпустили ценные бумаги на сумму 38 миллиардов тенге на строительство жилья. Пока освоено 12 миллиардов и до конца года предстоит еще освоить 26 миллиардов тенге. За счет целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета и собственных средств местных бюджетов введено в эксплуатацию 362 тысячи квадратных метров жилья. По дорожной карте занятости трудоустроены 150 тысяч человек и почти 6,5 тысяч человек получили микрокредиты.
В целом регионы получили с республиканского уровня трансферты и кредиты в сумме 1 триллион 146 миллиардов тенге. Это на 38% больше, чем год назад. Освоено 1 106 или 96,6%. Не использовано 40 миллиардов тенге, из них не освоено 35, что больше прошлогоднего показателя в 2 раза. Наиболее крупные неосвоения сложились по следующим регионам. По городу Астане 9,6, Алматы 5,9, Алматинской области 3,1, Восточно-Казахстанской чуть более 2 миллиардов, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской чуть более 1 миллиарда тенге. Поскольку при уточнении добавлены и перераспределены средства целевых трансфертов, более четкий спрос с акиматов за освоение целесообразен по итогам октября месяца. В-четвертых, активизирована программа «Нурлы-жол». По программе за 9 месяцев текущего года использовано порядка 70% годового объема. Динамика освоения средств бюджетной части «Нурлы-жол» хорошая. Администраторами в полном объеме перечислены средства на реализацию таких крупных инфраструктурных проектов, как международный аэропорт Астана, железнодорожные линии Жезказган-Бейнеу и железнодорожного участка Алматы-Шу, паромного комплекса в порту Курык и инфраструктуры СЭЗ-НИНТ. Эти проекты окажут мультипликативный эффект в будущем. Своевременно перечисленные регионам средства направлены на жилищное строительство и ЖКХ, развитие образовательной инфраструктуры. Местные органы освоили 161,6 миллиардов из указанных средств или 97,1%. Не освоено 3,7 миллиарда тенге, но до конца года, я думаю, нагонят регионы. В целом, освоение происходит по оптимальному графику, оставшиеся средства пропорционально распределены до конца текущего года. В-пятых, меры по развитию конкуренции и привлечению капитала в экономику. Нормы нового закона о государственных закупках создали условия для развития конкуренции. Сейчас на один конкурс в среднем приходится почти 5 участников. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 20 тысяч заказчиков и свыше 90 тысяч поставщиков по государственным закупкам. В этом году приоритетом государственного аудита является защита добросовестных поставщиков. За 9 месяцев текущего года выявлены неправильно объявленные госзакупки на сумму 375 миллиардов тенге. Все уже они исправлены и обеспечен равный доступ предпринимателей к государственным средствам. В текущем году приватизировано 86 объектов на 7,6 миллиардов тенге. Тем самым общее число реализации объектов по второй волне приватизации достигло 333 объекта на 86 миллиардов тенге. Проводится работа по инвентаризации подведомственных организаций. В результате список приватизируемых предприятий будет расширен. Завершается акция по легализации. И только за третий квартал почти в 40 раз возросла средняя месячная сумма денег. Всего на 24 октября легализовано 2,8 триллиона тенге, в том числе деньгами почти 2 триллиона тенге. Құрметті әріптестер, негізгі қаржылық нәтижелер осындай. 9 айдағы бюджетті атқару барысында қолданылған барлық шаралар экономика өсіміне қолдау болды. Енді жыл соңына дейінгі бюджеттік міндеттемелер туралы айтып өту рұқсат етіңіздер. Бірінші, ағымдағы жылдың бюджеті 379 миллиард тенгеге нақтыланды. Қайта бөлуді ескере отырып, игерілетін жаңа қаражат 589 миллиард тенгені құрайды. Олар экономикалық өсім мен әлеуметтік жобаларды қосымша күшейтеді. Әкімшілердің барлық жоспарлары бекітіліп те қойылды. Жаңа қаржының 84% қазан және қараша айларында игерілетін болады. 24-ші қазанға 68 миллиард тенге қаржыландырылған болатын. Төлемдер жүргізу қарқыны өсіп келеді. 16,6 миллиард тенге инвестициялар және даму министрлігі бойынша, 36,5 миллиард тенге білім және ғылым министрлігі бойынша, сондай-ақ жылу энергетикалық және газ тасымалдау жүйелерін дамытуға 3,5 миллиард тенге, агро өнеркәсіп кешен субъектілерін субсидиялауға 11,5 миллиард тенге өңірлерге бөлінді. Бүгіннің өзінде тағы да 108 миллиард тенге сомасында төлем жүргізілетін болады. Бұл үшін қаржы министрлігінің порталында қадағалау жүйесі енгізілді. Мемлекеттік органдар қараша айында шарттарды тіркеу, аяқтау және толығымен игеруді қамтамасыз ету қажет. Өз кезегінде бюджеттік теңгерімділігін қамтамасыз ету үшін қаржы министрлігі күн сайын бюджеттің кірістері мен шығыстарын, оның ішінде
арнай нұрлы жол бағдарламасын және бюджет нақтылау кезінде бөлінген қомақты қаражатты атқару мониторингін жүзеге асыратын болады. Екінші блок бұл қатысушылардың жылдамдығын және сенімін қамтамасыз ете отырып, жария ету акциясын аяқтау жөніндегі жұмыста үйлесетін болады. Сонымен қатар приватизация жұмыстары, сондай-ақ ведомстволық ұйымдарды бәсекелі ортаға беру мақсатында түгендеу жөніндегі жұмыстары да жүргізілетін болады. Үшінші маңызды міндет бұл келесі жылдың бюджетін атқару бойынша жұмыстарды бастау. Мемлекеттік органдар алдын ала сатып алу жоспарларының қазірдің өзінде әзірлеу жұмыстарын бастай алады, өйткені 2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын қолдау туралы республикалық бюджет комиссиясының шешімдері бар. Мерзім ұзақ күрделі сатып алуларды осы жылы жариялау тиімді деп ойлаймыз. Осылайша біз жылды толық және сапалы аяқталуына дайынбыз. Экономикалық тұрақтылықты міндетін шешу үшін барлық фискалды шаралар қолданылатын болады. Назарларыңыз үшін рахмет. Рахмет, отырыңыз. Акиш. Құрметті Бақытжан Абдирұлы, құрметті үкімет мүшелері, 2016 жылғы 9 айда жүргізген ақша кредит саясаты мен қаржы секторының қызметі туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Инфляцияның төмендегені бағамның жаңа параметрлеріне ішкі бағаның икемделгенін көрсетеді. Сондықтан жылдық инфляцияны 8% дәлізге келтіру керек. Бұл ұлттық банктің негізі приоритеті. Онсыз инвестициялық белсенділік қалпына келмейді. Және онсыз теңгедегі ресурстар бойынша ставкаларды төмендетуге мүмкін емес. 2016 жылғы қыркүйекте инфляция 0,2% болды. Жыл басынан бері 2,6%. Бұл дағдарысқа дейінгі кезеңдегі көп жылдық мәнге сәйкес. Біздің ойымызша жылдық инфляция бойынша мақсатты көрсеткішке таяудағы 3-4 айда жетуге болады. Ақша нарығында пайыздық ставкаларды қалыптастыру керек. Бұл ұлттық банк жұмысының негізі акценті. Ол экономикадағы ақшаның объективті құнын анықтауға мүмкіндік береді. Онсыз банктердің нақты секторды нарықтық шарттарда кредиттеуі мүмкін емес. 2016 жылғы 3 қазанда ұлттық банктің базалық ставканы 12,5% мөлшерінде белгіленін атап өткен жөн. На денежном рынке сохраняется структурный профицит тенговой ликвидности. В этой связи растут объемы операций по изъятию избыточной ликвидности Национальным банком. Ставки на денежном рынке формируются внутри границы процентного коридора базовой ставки. Рыночная структура процентных ставок по срокам до погашения начинает складываться адекватно ожиданиям. Впервые за долгое время возник спрос на ноты со стороны нерезидентов, что свидетельствует об уверенности в отношении стабилизации курса национальной валюты и адекватности процентных ставок. Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна. На конец сентября биржевой курс тенге составил 335 тенге 46 тиин за доллар США, укрепившись с начала года 1,3%. В настоящее время на рынке наблюдаются незначительные ежедневные колебания курса тенге. При этом Национальный банк не препятствует фундаментальному тренду, который складывается под воздействием внешних и внутренних факторов. Начиная с сентября 2016 года Национальный банк не проводит интервенции на валютном рынке, соответственно, доля нашего участия составляет 0%. Курс тенге формируется исключительно под воздействием фундаментальных факторов, которые в настоящее время имеют позитивную динамику. Политика свободно плавающего курса тенге позволила начать процесс постепенного восстановления резервов. Золотовалютные резервы Национального банка на конец сентября составили 31,4 миллиарда долларов. С начала года рост на 3,5 миллиарда долларов США. Увеличение объемов золотовалютных резервов обеспечено в основном ростом стоимости золота, которая выросла на 25% за 9 месяцев этого года, и приобретением иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, который Национальный банк осуществлял в первой половине 2016 года. Валютные активы Национального фонда составляют 64,4 миллиарда долларов. Общая сумма резервов страны достигла 95,8 миллиарда долларов США или оценочно 67% от ВВП.
Наметились позитивные тенденции восстановления доверия к тенговым активам и снижения долларизации депозитов. Меняются валютные предпочтения населения и предприятий, наблюдается опережающий рост тенговых вкладов. По итогам сентября доля депозитов в иностранной валюте снизилась с января 2016 года с 70% до 58,3%, в том числе население с 80% до 66,6%, юридических лиц 62% до 52%. Во многом этому способствовали меры Национального банка по повышению привлекательности тенговых инструментов, когда были повышены максимальные ставки по депозитам физических лиц в национальной валюте в феврале 2016 года с 10 до 14% и снижены ставки по депозитам в иностранной валюте с 3% до 2%. Остаток кредитов банков экономики в текущем году не изменился. Он составляет 12,7 триллиона тенге. Однако объем выданных кредитов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 525 миллиардов тенге и составил 7,2 триллиона тенге. В докладе у министра национальной экономики эта цифра прозвучала за 8 месяцев. Вот окончательные данные за 9 месяцев такие, что 7,2 триллиона тенге выдано. При этом отмечается снижение ставок вознаграждения по выданным кредитам в тенге с 23,7% в январе этого года до 16,3% в сентябре этого года. В целом ситуация на финансовом рынке остается стабильной. Доля неработающих займов по состоянию на 1 сентября 2016 года составила 8,4% от итогового судного портфеля банков. Национальным банком будет продолжена работа по обеспечению финансовой стабильности. В условиях сохранения кризисных явлений в экономике страны Национальный банк будет придерживаться контрцикличного характера регулирования финансового рынка, проводить регулярные оценки устойчивости банковского сектора к негативным событиям. Благодарю за внимание. Рахмет, отырыңыз. Бірқатар мемлекеттік органдарды тыңдайық. Рау. Уважаемый Бакыжан Абдирович, уважаемые участники заседания, позвольте доложить результаты работы курируемых Министерством инвестиций и развития отраслей по итогам 9 месяцев текущего года. В целом наблюдается положительная динамика. Бакыжан Абдирович, Кондык Валиханович сказал об отставании по железной руде. Хотел бы обратить внимание, что, во-первых, в начале года отставание было 29%, сейчас 15%. Значит, первое – это все-таки есть рост стоимости стали на мировых рынках, но и также сказались те меры государственной поддержки, которые были оказаны предприятиям отрасли. В том числе, кроме ССГПО, БП Майнинг Карганинской области в Китае поставил с начала года 540 тысяч тонн железорудного концентрата и до конца года еще 100 тысяч поставит. Вот. Но вот это отставание все-таки будет перекрыто добычей руд цветных металлов, рост которым составил 9,4%. Это медная руда в 2,2 раза, это новые проекты Башаколи-Актагай, Копер Технологи, свинцово-цинковые руды также на 7%, Казцинк увеличил, бокситы на 2,2, алюминий Казахстана. В обрабатывающем секторе благодаря поддержке приоритетных отраслей в рамках ФИР наблюдается рост объемов производства. В металлургии объем производства вырос на 7,8%, в том числе в черной металлургии 3%, в цветной на 10%. Рост объемов производства в черной металлургии связан с увеличением объема производства стали на 10%, проката плоского на 18%. Это и Арселор, это и КСП Стил. Ферросплавы. С плюсом идет Тарасский металлургический завод, опять же, благодаря мерам государственной поддержки. Трубы разных диаметров 10% рост. Рост объемов производства цветной металлургии связан с увеличением производства золота необработанного 19%. И хотел бы обратить внимание, рост аффинированного золота на 19%. Это и Казахмыс увеличил производство аффинированного золота, но я хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний день полностью все золото, которое добывается в стране, перерабатывается на отечественных аффинажных заводах, но впервые мы завезли золото из Ирана в объеме пока 125 килограмм, это наша отечественная компания занимается разработкой там золоторудного месторождения. До конца года завезем еще порядка 500 килограмм. Если у нас, мы сейчас выходим на 11 тонн,
то вот эти 700 килограмм – это уже существенная доля, да, то, что мы завозим. И на следующий год они планируют до 2 тонн добытого золота в Иране переработать здесь, на отечественном аффинажном заводе. Первичный алюминий на 14%, но это связано с ростом на казахстанском электролизном заводе. Свинец рафинирован на 18%. Химическая промышленность на 0,1%. Вы знаете, у нас есть снижение по фосфатам, по желтому фосфору, но перекрыли за счет увеличения аммиачной селитры на 17%. Здесь опять работа по кассодержанию, по удобрениям. Также по каустику есть у нас рост по натрию едкому на техническому на 43%. И биохромата натрия на 63%. Постараемся этот темп выдержать до конца года. По фармацевтической промышленности на 2% рост. Химфарм дал 2%, но в то же время проекты, которые были введены в рамках карты индустриализации, например, в прошлом году в декабре запустили Абди Ибрахим, он, естественно, дал хороший прирост там, в несколько раз. В легкой промышленности рост 1%. Как было отмечено, да, в машиностроении у нас пока отставание порядка 18%. Здесь, конечно, прежде всего это спрос базовых отраслей, ГМК, нефтегазового сектора, ну и потребительского в автомобилестроении. В то же время мы уже докладывали, что со второго полугодия началась положительная динамика, но если за 7 месяцев у нас отставание было там 24%, то сейчас 18%. Если брать автопром, то за 7 месяцев ИФО составил 46%, за 9 месяцев уже 70%, они вам обещали, автопром до конца года должен выйти на 100%, по отношению к прошлому году. Таким образом, в целом, по курируемым отраслям мы остаемся в положительной зоне. Мы остаемся в положительной зоне, это то, что касается в промышленности. По транспортному комплексу индекс физического объема за 9 месяцев составил 104%. Есть незначительное отставание по перевозке грузов 2%. Это сказалось, конечно, прежде всего перевозка нефтепродуктов, снижение погрузки угля на экспорт. Вот. В то же время, благодаря мерам государственной поддержки дорожной отрасли, вы знаете, 327 миллиардов тенге, это и по Нурлы-Жолу, и по проектам реализуем за счет займов международных финансовых институтов и республиканского бюджета, всего 327 миллиардов тенге, значит, все средства осваиваются, идет все по плану, и по итогам года ИФО в транспортном комплексе ожидаемо 104%. Бакжан Бирович, по вашему поручению, по министерству закреплен ряд индикаторов, 12 ключевых задач до конца года, все идет по плану, есть незначительное отставание по индикатору объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, годовой объем 750 миллиардов тенге, значит, за 9 месяцев получился 72%. Но, во-первых, конец года всегда у нас характеризуется увеличением этого показателя, поскольку сдаются объекты. В то же время есть просьба поручить акиматам и национальным компаниям, что называется, чтобы статистику, главное, отчитались на конец года. Мы надеемся, что этот показатель все-таки будет выполнен. Еще раз хочу повторить, по остальным индикаторам у нас все идет по плану и планируем исполнение. Доклад закончил, благодарю за внимание. Отрымс Мырзагалиев. Құрметті Бақжан Абдырұлы, ағымдағы жылдың 9 ай бойынша энергетика салаларының даму көрсеткіштері жөнінде баяндауға рұқсат етіңіз. Мұнай және конденсат өндіру көлемі 56,88 миллион тоннаны құрайды. Бұл 2016 жыл жоспарының 101,6% тең, 2016 жылға жоспар 75 миллион тонны. Сонымен бірге министрлікпен жылдың аяғына мұнай өндірудің деңгейі 75,5 миллион тоннаға жеткізу үшін баранша күш салынады. Мұнай өндеу көлемі 10,72 миллион тонны құрады. Бұл 2016 жыл жоспарының 102% тең, ал 2016 жылғы жоспары 14,15 миллион тонны. Бензин өндірісі 2,2 миллион тонны құрады. Авиакеросин 213 мың тонны.
дизельді қотын 3-те 1 миллион тонна, мазут 2-те 2 миллион тонна, барлық көрсеткіштер жақсы қазір осы үлкен жетістікте, с хорошим показателем мы сейчас выходим. Көктемгі дала жұмыстарын өткізу үшін 322-те 2 мың тонна жанар жағармай материалдары және көзгі дала жұмыстарын өткізу үшін 367 мың тонна тиелді. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің мекен жайына дизельдік отының тиелімі уақытылы орындалды. В осенне-зимний период текущего отопительного сезона социально-производственные объекты будут обеспечены мазутом 342 тысячи тонн. Цена на бензин 92-93 и дистопливо регулируется рыночным механизмом на основе спроса и предложения. Средняя цена сегодня по республике на бензин составляет 125-127 тенге, это 92-93. По дистопливу порядка 129 тенге за литр. Дефицит на текущий момент не прогнозируется. Хотел бы отметить, что буквально 3 недели назад запас был на уровне 90 тысяч тонн, это по дизелю. На данный момент риск устранен, наблюдается увеличение запасов. Так, по состоянию на 21 октября объем запасов на нефтебазах составляет по бензинам 92-93 133 тысячи тонн, по дистопливу 126 тысяч тонн. Добыча газа по оперативным данным составила 33,5 миллиарда кубометров, это 117% к плану 2016 года. План на 2016 год составляет 44 миллиарда кубометров. Произведено 1,9 миллиона тонн сжиженного газа, это 103% к аналогичному периоду 2015 года. План на 2016 год у нас 2,6 миллионов тонн. Производство товарного газа более 18 миллиардов, это почти 102% к аналогичному периоду 2015 года. До конца 2016 года мы ожидаем произвести 26 миллиардов кубометров. На 1 сентября произведено 331 тысяча тонн дорожного битума. План на 2016 год 308 тысяч тонн обеспечен с внутреннего рынка. Отечественный битум полностью осуществляется и в полном объеме закрывается. По электроэнергии, по оперативным данным, выработка составила 67,7 миллиардов киловатт-часов. Это 102% к периоду, аналогичному периоду прошлого года. План на 2016 год 91,6 миллиардов киловатт-часов. По углю объем добычи угля составил 66,6 миллионов тонн. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако мы ожидаем, что до конца года мы выполним заявленные планы в размере 101,5 миллионов тонн. Обеспеченность электроэнергетических потребителей угольной продукции, это металлургическое, промпредприятие, население, коммунально-бытовой сектор выполняется на 100%. Объем добычи урана составил 18 322 тонны, это 105% к аналогичному периоду прошлого года. При плане на этот год 24 тысячи тонн. За счет возобновляемых источников электроэнергии выработка составила 0,7 миллиарда киловатт-часов, это уже 152% к аналогичному периоду прошлого года. 48 объектов сегодня работают. План на 2016 год достичь 1 миллиарда киловатт-часов. По исполнению бюджета, уточненный бюджет министерства за 9 месяцев по 15 бюджетным программам составил 41,7 миллиарда тенге. Исполнение бюджета за отчетный период составил 41,2 миллиарда тенге или 99%. Годовой уточненный бюджет министерства на 2016 год составляет 65,4 миллиарда тенге. На 20 октября исполнение бюджета составило 51,6 миллиарда тенге или 78,9% к уточненному бюджету. До конца года предстоит освоить нам 13,8 миллиардов тенге или 21%. И мы ожидаем, что эти цифры, эти показатели нам будут выдержаны. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, жеке кішілік ететін салалардың дамуының негізгі көрсеткіштері осындай. Министрлікпен жылдың аяғына дейін жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізілу қамтамасыз етіледі. Рахмет. Рахмет, отырыңыз. Айтуғанов. Уважаемый Бақытжан Абдирович, уважаемые члены правительства, итоги 9 месяцев текущего года показывают, что в аграрном секторе сохраняются положительные темпы развития. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,9% при плане 3,6%. Данный рост обеспечен за счет увеличения производства продукции растениеводства на 7% и продукции животноводства на 2,5%.
При этом рост производства сельскохозяйственной продукции отмечается в 13 регионах, за исключением Магыстауской области, где отмечается снижение на 12,3%. Наибольший рост отмечается в Акмолинской области, как было сказано выше, 13,1%, Кустанайской 7,9% и Западно-Казахстанской 6,8%. Наблюдается существенный рост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на 50,9%, что по итогам 9 месяцев составляет 191 миллиард тенге. Рост инвестиций в основной капитал сельского хозяйства связан с введением новых проектов в регионах в рамках карты индустриализации, проектов по экспортному потенциалу мяса КРС, откормочные площадки, репродукторы, стимулирующих мер по внедрению кооперации на селе. Это пункты по приему сельхозпродукции, откормплощадки, а также за счет увеличения объема инвестиционного субсидирования. В отрасли животноводства отмечается увеличение поголовья животных в среднем на 1,1%, рост производства мяса составил 3,2%, молока 3,3%, яиц 0,3%. В растениеводстве в целом, в целях своевременного проведения осенне-полевых работ принят комплекс мер, своевременно были решены по снабжению горюче-смазочными материалами посевной кампании. По состоянию на 24 октября намолочено 23 миллиона 600 тысяч тонн зерна при урожайности 15,4. Рост объема производства продуктов питания за отчетный период составил 3,5%. В свою очередь, в натуральном выражении отмечается увеличение производства продуктов питания по следующим видам. Крупы на 45%, сахар на 62%, мука 15%, масло растительное 13,5%, сливок на 10,5%, колбасных изделий на 9,5%, кисломолочной продукции на 6%. При этом на 4,9% отмечается снижение объемов производства масла сливочного, на 25% сыра и творога, на 21% сухого молока и овощей в переработанном виде. Основными причинами снижения является сезонность производства, а также проблемы со сбытом, связанные с присутствием на внутреннем рынке дешевого экспорта. Это коротко о итогах 9 месяцев. По исполнению республиканского бюджета. На 2016 год министерству выделено 326 миллиардов тенге с учетом уточнения. При этом за 9 месяцев предусмотрено 72 миллиарда 200 миллионов тенге. Из них освоено 166 миллиардов 300 миллионов тенге или 96,6%. Неисполнение по платежам за отчетный период составило 5,9 миллиарда тенге или 96,6%. В рамках дополнительных мер Министерства сельского хозяйства при уточнении республиканского бюджета выделено 97 миллиардов 900 миллионов тенге. Финансирование дополнительных средств расходов открыто с 17 октября текущего года. На сегодняшний день со стороны Министерства сельского хозяйства проводятся все необходимые мероприятия по утверждению соответствующей документации. В период с 17 по 20 октября произведены перечисления целевых трансфертов местным исполнительным органам по всем направлениям, предусмотренных в республиканском бюджете на сумму 11 миллиардов 970 миллионов тенге. Теперь задача акиматов областей – обеспечить до конца года освоение выделенных бюджетных средств. Спасибо за внимание. Рахмет отырыңыз. Енді бір қатар өмірлерді тыңдайық. Алматы қаласы. Уважаемый Бахчан Абдирович, коллеги, по исполнению трансфертов из республиканского бюджета на сегодня освоение составило 95% или 106,4 миллиарда тенге. По программе Нурлы Жол на сегодня освоение 100%. По программе «Дорожная карта занятости» освоение за 9 месяцев стало 92%, неосвоение 333,8 миллионов тенге по текущему ремонту. До конца года будет обеспечено 100% освоение. Текущее неосвоение трансфертов из республиканского бюджета составило 5,9 миллиардов тенге или 5%. Из них 2,8 миллиарда тенге по ремонту автодорог. При этом в октябре 800 миллионов тенге уже освоены. Оставшиеся 2 миллиарда тенге будут освоены полностью в ноябре. 1,8 миллиарда тенге по строительству инфраструктуры СЭС парк инновационных технологий из-за корректировки ПСД. До конца года планируется 100% освоение. 984 миллиона тенге по строительству индустриальной зоны в Алатауском и по системам водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районах из-за затянувшихся конкурсных процедур. До конца года будет обеспечен 100% освоение. Работа находится на постоянном контроле. До конца года мы обеспечим полное освоение. Вкратце по экономической ситуации. В первом полугодии текущего года рост ВРП составил 2,1%, несмотря на снижение в целом объема госинвестиций более чем на треть.
В результате системных мер господдержки по отраслям, составляющим 80% экономики города, торговля, транспорт, связь, финансовый сектор и жилищное строительство, наблюдается рост. В промышленности спад сокращен в 1,3 раза до 1,8%, в строительстве в 2 раза до 6,9%. Уменьшение количества малых и средних предприятий на 2,3% произошло за счет неэффективных и посреднических компаний. Так, объем выпускаемой продукции МСБ увеличился на 7,3%, доля кассодержания выросла в 2 раза, кредитование МСБ увеличилось в 1,4 раза. В целом этому способствовали реализации государственных правительственных программ «Нурлы жол», «Дорожная карта занятости», «Дорожная карта бизнеса». Также наряду с городской программой «Жибек жолы», реализуемой совместно с фондом «Байтерек», недавно запущены программы «Алматы ЮНМ» в пищевой промышленности, «Алматы инновации», «Алматы туризм» с совокупным портфелем на микрокредитование МСБ 8 миллиардов тенге по схеме 50 на 50. В текущем году в рамках карты индустриализации запущены 13 проектов на 25,5 миллиардов тенге. До конца года планируется реализовать еще 7 проектов на 5,1 миллиард тенге. Проведена системная работа по улучшению инвестиционного климата в рамках Doing Business. Привлечены крупные иностранные инвесторы и транснациональные компании. К примеру, в Алматы открылся завод японского лидера в сфере промышленности Tokyo Seiko, являющийся крупным производителем высокотехнологичной металлической продукции. В Пищевке при поддержке Казагро реализован проект Берби АПК, это теплица на 17 гектаров в Алатауской индустриальной зоне. Российская компания «Эвка» открыла крупный завод по переработке масличной культуры и производству масло-жировой продукции. В сфере торговли и питания на рынок Алматы пришли международные бренды Starbucks, McDonald's, Carrefour и так далее. В целях развития рыночной экономики по поручению правительства до 2020 года планируется передать в конкурентную среду дополнительно 68 организаций. В целом, с начала года создано 18 тысяч рабочих мест. С учетом проводимой работы мы выйдем по итогам года минимум 1,5% рост экономики. Данные вопросы находятся на постоянном контроле. Спасибо за внимание. Рахмет. Автобе. Саламат Бахурметте Бахчан Абдулла. Жалпы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты. Негізгі көрсеткіштердің іш көрсеткішкені өткен жылмен салыстырғанда төмен. Ол біріншенде өндіріс 97.8%, екінші экономикаға инвестицияны тарту, үшінші тауар айналымы. Оның себебін жаңа экономика министрі Қуандық Бишімбаев айтып кетті. Біз қазір енді мынау газды өндіруді көбейтіп отырмыз. Баға енді тұрақталды. Біздің ойымызша жылдың аяғына дейін ол көрсеткіштер келесі жылдан жоғары болады. Қалғанының барлығы былтырғы жылдан жоғары. Барлық бағдарламаларға берілген қаржы толығымен игерілді. Жалпы өңір бойынша бюджеттің орындалуы 99.6%. Нұрлы жолға берілген қаржы 100% игерілді. Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша берілген қаржы 98.7% игерілді. Ол қаржыда жылдың аяғына дейін толығыменен орындалады. Жұмыспен қамту жөнінде қазіргі таңда жаңа көрсетілді кестеде. Жұмыссыздық өңірде 4.9%. Қазіргі таңда біз 22 мың жұмыс орнын аштық. Ол енді бізге берілген тапсырмадан жоғары. Жалпы жылдың қорытындысы бойынша экономиканы даму қамтамасыз етіледі. Рахмет. Рахмет. Шығыс Қазақстан облысы. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, үкімет мүшелері, по предварительной оценке за отчетный период рост ВРП области составил 2%, объемы промышленного производства составили 1,62 миллиарда тенге, или рост составил 43,4%, ИФО 4,9%. При этом объемы горнодобывающей промышленности выросли на 13%, обрабатывающие на 52%. Допущено снижение ИФО обрабатывающей промышленности на 2%, из-за сокращения объемов производства на АО «Азия Авто», которым выпущено 1728 автомобилей или снижение 3,3 раза. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 8,2% и ФО 4,9%. Полностью собран урожай зерновых культур, намолочено более 1 000 000 тонн, средняя урожайность 18,1% с гектара. В связи с сокращением вложений ТОО «Казминералс Актогай» на строительство Актогайского ГОКа уменьшились
уменьшилась инвестиции в основной капитал в целом по области на 19,8%, объемы строительных работ на 4%. Введено жилье в эксплуатацию 198 тысяч квадратных метров жилья или 101%. Уменьшилось количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса за счет сокращения количества индивидуальных предпринимателей по результатам сверки данных статистического бизнес-регистра и сельскохозяйственного регистра. По итогам года будут сохранены темпы роста по основным показателям социально-экономического развития региона. Это промышленной продукции, объем сельскохозяйства и ввода жилья. По доходы госбюджета исполнены на 134%. Рост составил в сравнении с прошлым годом на 65,1%. Расходная часть бюджета области исполнена на 98,2%. Не освоено 3,9 миллиардов тенге. В том числе трансферты из республиканского бюджета более 2 миллиардов тенге. Из них по программе «Нурлы жол» 473 миллионов тенге. Здесь отставание от графика работ по трем объектам образования будут ликвидированы в октябре и ноябре текущего года. Средства будут освоены полностью до конца года. По дорожной карте бизнеса не освоены 343 миллионов тенге по пяти проектам строительства инфраструктуры. Проблемы отставания от графика работ, связанные с корректировкой проектов, повторными конкурсными процедурами почти решены полностью. Средства также будут освоены до конца года. 322 миллионов тенге по ремонту объектов по дорожной карте занятости, конкурсу объявлены по всем 302 проектам, из них по 277 конкурсу завершены. На 176 объектах работы завершены, до конца года будут закончены работы и остальных объектах. Строительство и реконструкция всех объектов находится на постоянном контроле, и до конца года объекты будут завершены, а бюджетные средства освоены. Спасибо. Рахмет. Костанай облысы. Қайырлы құрметті Бақшан Абдырұлы, құрметті әріптестер. Январь-сентябрь индексирующий промышленность составил 98,8%. Наблюдается ежемесячное улучшение динамик показателей, как уже докладывали, и по итогам 10 месяцев планируем выйти на 100% уровень. В мае мы имели 82% для информации. При этом обрабатывающая промышленность наблюдает рост на 1,2% в связи с увеличением производства продуктов питания на 26% и машиностроения на 32%. В горнодобывающем секторе в два раза увеличены поставки железорудных сырья АОСГПО в Китай и на 16% в ArcelorMittal Темиртау. Здесь правительство помогло, спасибо за поддержку. В агропромышленном комплексе, как докладывали, на 7,9% увеличен валовый выпуск продукции. Обеспечен рост инвестиций в экономику области на 1,6%. В плановом режиме ведутся работы по вводу в эксплуатацию жилья. За отчетный период введено 165 тысяч квадратных метров жилья или 90% от годового плана. У нас по году 185 тысяч квадратных метров жилья. Оно уже включено в программу развития регионов. И с Министерством национальной экономики мы согласовали данный объем. План государственного бюджета по доходам исполнен на 128%. Бюджет области по расходам исполнен на 99,7%. По итогам года прогнозируют выполнение основных макроэкономических показателей области. Доклад завершен. Рахмет. Оңтүстік Қазақстан облысы. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер. Облыс бойынша 2016 жылғы 9 айдың қорытындысы мемлекеттік бюджеттің кірістер жоспары 135,4%-ға орындалды. Немесе жоспардан тыс 58 миллиард теңге түсті. Оның ішінде республикалық бюджет 152,9%-ға орындалды. 50 миллиард теңге қосымша кіріс түсті. Жергілікті бюджеттің кірістер жоспары 112%-ға орындалып, 8,7 миллиард теңге қаржы артық түсті. Және 2015 жылдың 9 айымен салыстырғанда түсімдер 10,9 миллиард теңгеге өсіп отыр. Шығыстар бойынша 2016 жылға республикалық бюджеттен бөлінген мысалы трансферттердің 129,7 миллиард теңгесі игерілуі 98,9%-ды құрады. Игерілмегені 1,4 миллиард теңге, оның ішінде 210 миллион теңге мемлекеттік сатып алудан вакансиялар есебінен үнемделген қаржылар. Қалған 1,238 миллион теңге мемлекеттік сатып алу конкурстары кеш өткізілуінен игерілмеді, бірақ жыл соңына дейін толық игеріледі. Жалпы облыс бойынша бюджеттің шығыстар бөлігі 99,4%-ға атқарылды.
жыл соңына дейін барлығы толық игеріледі. Сондай ақ 2016 жылдың 9 айында негізгі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері төмендегідей болып қалыптасты. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 574,2 миллиард теңгені құрап, жаңа аталып кеткендей 4.9%-ға асыра орындалды. Өнім көлемінің өсуі тамақ, мұнай өңдеу, фармацевтикалық, өзге металл емес минералды өнімдер металлургия өндірісі есебінен орын алды. Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 319,6 миллиард теңге болып, 7%-ді құрады. Оның ішінде мал шаруашылығы 150 миллиард теңге, егін шаруашылығы 168 миллиард теңге. Бұлардың барлығы да алғашқысы 102, кейінгісі 99,6%. Құрылыс жұмыстарының көлемі 125 миллиард теңгеге жетіп, 101%-ді құрап отыр. Жыл басынан 385 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда 10%-ға артып отыр. 9 айда негізгі қорға 240 миллиард теңге инвестиция бағытталып, бұл да жыл соңына дейін жоспарланған бойынша атқарамыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Есть ли еще желающие среди регионов по данному вопросу выступить? Нет, спасибо. У меня вопрос Нугаеву. Нурлан Аскарович. Саламатсыз, тогда. Вот в прошлый раз мы с вами говорили относительно освоения 620 миллионов тенге, которые были выделены в рамках дорожной карты бизнеса 2020 на подведение инфраструктуры для бизнеса. Вы тогда говорили, что... Вы не то что до освоения мы говорили, замечание вам, что вы даже не запросили их. Вот какова сейчас ситуация? Негізі бұл қаражат 692 миллион. Бақшан Абдырұлы. Мен сәл қателестім, 692 миллион. 184 миллионды осы айда игереміз. Жылдың аяғына дейін бұның барлығын, қаражаттың барлығын игереміз. Бұл жерде проблема жоқ. Жақсы. Бұл конкурстардың кеш өткізілуіне байланысты болды, Бақшан Абдырұлы. Келісім шарттың кеш салуына. Жарайды. Сақыласпай қояйық, жарайды. Жылдың соңында қараймыз. Уважаемые коллеги, мы видим, что по итогам 9 месяцев мы имеем позитивную тенденцию экономического роста. По всем докладам это видно, и идет рост. Есть все основания на то, что мы к концу года выполним поручение главы государства по росту 0,5. Здесь, наверное, нет сомнений, что мы это выполним. Ну и при этом коридор 6,8 инфляции мы должны придерживаться и сохранять, и работать над этим. Возможно, будут некоторые корректировки, но тем не менее поставлена задача есть, она должна быть выполнена. Но в то же время хотел бы сказать, что вот сейчас было сказано, что там положительная зона, промышленность находится в положительной зоне, но в то же время по железной руде, машиностроению, по строительным есть ряд вопросов. Есть поручение главы государства, конкретно поручение данного президентом о том, чтобы мы вместе, центральные органы вместе с акимами проработали над резервами. Резервы у нас имеются, мы знаем о них. Плюс необходимо будет по каждому предприятию отдельно проработать. Аскар Закуевич, я вам даю поручение, проведите соответствующий селектор вместе нашими министерствами, с акиматами. Послушать акиматы по каждому предприятию, у кого какие имеются резервы, для того, чтобы мы не остались на уровне 0,5, а перешагнули этот уровень. Это очень важно, над этим надо работать, и это поручение главы государства. И, безусловно, все ключевые индикаторы, о которых мы сейчас говорили в наших докладах, они должны быть исполнены. Здесь не должно быть никаких вопросов. Қаржы игеру бағытына келетін болсақ, біз неге бұған қайта-қайта қадалып отырмыз, өйткені биылғы жылы, жылдың басындағы бюджеттен бөлінгеннен қосымша көптеген қомақты қаржы бөлінді. Ол қаржының бәрі елбасының тапсырмасы бойынша бөлінді. Өткен 9 сентябрдегі отырысымызда қосымша 400 миллиардтан асық тағы да қаржы бөлінді. Сол себептен әрбір теңгенің уақытында игеріліп,
елдің игілігіне жаралуына біз жұмыс жасауымыз керек. Ол берілген тапсырма, ол орындалу керек. Сол себептенен бір айдың ішінде ма, жоқ жылдың соңына дейін ба, жаңағы айтып отырған әріптестеріңізге ондай әңгімеге қарамай, жұмысты уақытында қаржыны игеруге бағыттауымыз қажет. Айтып отырым, жылдың басымен салыстырған кезде өңірлерге қаржы көбірек берілді биыл. Сол себептенен кішкене кемшіліктер жұмыста болуы мүмкін, бірақ жылдың соңына дейінгі қаржының бәрі толығымен игерілуі қажет. Келесі сұраққа көшеміз. Во время встречи с Акиматом мы договаривались, что раз в месяц мы будем заслушивать все проблемные вопросы регионов, которые к нам поступили. Соответствующая работа была проведена нашими министерствами. Свод произвел Министерство национальной экономики, и поэтому сейчас общий обобщенный доклад сделает Бишимбаев, а потом уже вместе с вами, уважаемые Акимы, пообсуждаем. Пожалуйста, Бишимбаев. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, үкімет отырыстарында қарау үшін жергілікті атқарушы органдар 64 проблемалық мәселе енгізді. Оның ішінде 27 мәселе республикалық бюджеттен 222,7 миллиард теңге сомасында қаржыландыруды талап етеді. Проблемалық мәселелердің ең көп саны көлік инфрақұрылымы саласына қатысты 78,2 миллиард теңгені құрайды. Сонымен бірге өңірлер инженерлік инфрақұрылымды сумен жабдықтау, өнеркәсіпті дамытуды, қоршаған ортаны қорғау және төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл жасауды, білім беруді, денсаулық сақтауды, ветеринарияны қаржыландыру сұрайды. В целом, по транспортной инфраструктуре 5 регионов внесли свои вопросы, требующие финансирования на сумму 78,2 миллиарда тенге. Самый крупный проект – это пробивка 6 улиц в городе Алматы, предлагается Акиматом области Алматинской, это на сумму 59 миллиардов тенге. Еще один крупный проект предлагается Акиматом Атырауской области для финансирования в 2016-2018 годах на сумму 11,3 миллиарда тенге. Западная Казахстанская область просит поддержать финансовыми ресурсами на ремонт областных дорог и выделять для этого из республиканского бюджета ежегодно по 7 миллиардов тенге. Кызылординская область просит провести модернизацию, ресурсы на модернизацию аэропорта на сумму 0,8 миллиарда тенге. Хотим отметить, что по всем проектам ПСД имеется, но многие из этих проектов имеют региональный характер и дороги все областного значения, которые должны финансироваться из местных бюджетов. Четвертый слайд. По инженерной инфраструктуре 5 регионов внесли свои вопросы. Это город Астана, Алматинская, Атырауская, Кызылординская области и Западно-Казахстанской области. Они предлагают рассмотреть финансирование проектов на сумму 49,2 миллиарда тенге. Отмечу крупные – это строительство объектов для размещения личного состава ДВД в городе Астана на сумму 21,7 миллиарда тенге. Строительство инженерной инфраструктуры нового города Нуркент в Алматинской области 1,3 миллиарда тенге и ряд других вопросов. Слайд 5. По водоснабжению 2 региона внесли 4 проекта на сумму 38,4 миллиарда тенге. Многие из них связаны с ирригационными работами, это вовлечение в оборот 126 тысяч гектаров орошаемых земель, строительство и реконструкция водохранилищ в Алматинской области и 27 проектов водоснабжения в сельской местности в рамках Западно-Казахстанской области. Здесь хотели бы сразу сказать, что по орошаемым земледелию и ирригационным каналам Бахчан Дирч мы сейчас все процедуры вместе с Минсельхозом, Комитетом водных ресурсов завершили по выделению, по предоставлению займа от Исламского банка развития. Остались детали, и в ближайшее время Министерство сельского хозяйства получит возможность привлечь займ и уже начать финансирование этих работ. Что касается водохранилищ, все эти заявки также в Министерство экономики через ГЧП-центр прошли, они сейчас рассматриваются, и в целом в рамках поручения главы государства будем поддерживать. В этом году уже первые ресурсы выделены, на следующий год будем также рассматривать. В сфере промышленности, слайд номер 6, заявлен один проект по циклично-поточной технологии угля в Павлодарской области, 34,2 миллиарда тенге. По охране окружающей среды и противодействию чрезвычайным ситуациям, три проекта, это город Астана, Кызылординская область, Западно-Казахстанская область, предлагают 4 проекта на сумму 1,7 миллиарда тенге. Из них 7,8 миллиарда тенге требуется для реализации такого крупного проекта, как реализация второй фазы регулирования русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря. Бахчан Абдырович, в настоящее время мы все еще находимся в процессе работы со Всемирным банком, поэтому
проекту. В этой связи считаем вопрос рассмотрения его финансирования из бюджета пока несколько подождать до завершения переговоров. Слайд номер 8. В сфере образования проблемные вопросы подняты двумя регионами. Это строительство 8 детских садов, 2 школ, обеспечение горячим питанием студентов колледжей. Общая сумма 9,6 миллиард тенге. Слайды 9-10. Это в сфере здравоохранения. Один проект только заявлен, требует финансирования. Это строительство поликлиники в Западно-Казахстанской области на 1,2 миллиарда тенге. По ветеринарии поднимают вопросы два региона. Атырауская область и Северо-Казахстанская область просятся финансирование из республиканского бюджета на сумму 200 миллионов тенге. В целом, Бахчан Амдирович, если далее, наверное, коллеги выскажутся по каждому из этих проектов, но по многим из них имеется проектно-сметная документация, отрабатывается с отраслевыми органами. Однако, хотели бы обратить внимание регионов на некоторые вопросы, которые, наверное, должны позволить им самостоятельно решить все эти проблемы. Хотел бы сказать, что в представленном нами на рассмотрение Мажилиса парламента и парламента в целом трехлетнем законе о транспортах общего характера значительно вырастают объемы собственных средств, которыми будут располагать регионы, начиная с 2017 года, для реализации всех проектов, которые сегодня заявлены. То есть по поручению главы государства при разработке закона в базу расходов местных исполнительных органов были переданы расходы почти на сумму 1,4 триллиона тенге. То есть это в русле того, что республиканский бюджет не должен финансировать расходы местных бюджетов. Хотел бы обратить ваше внимание на 11 слайд. Если уточненный прогноз всех бюджетов развития местных исполнительных органов на 2016 год составляет 260 миллиардов тенге, почти 260 миллиардов тенге, то уже прогноз на 2017 год, который заложен в законе и в бюджете, который сейчас рассматривается в парламенте, составляет 539 миллиардов тенге. То есть дополнительно только на 2017 год местные исполнительные органы получат почти 280 миллиардов тенге для реализации своих инвестиционных программ. Это только бюджет развития. И, как вы видите, по многим регионам объемы финансирования, практически по всем регионам объемы бюджетов развития, которыми области могут самостоятельно располагать, при утверждении бюджета и утверждении закона о транспорте общего характера, увеличиваются от 5 до 20 раз. Для примера, Северо-Казахстанская область. Если уточненный бюджет развития составлял 1,9 миллиарда тенге в 2016 году, то уже в 2017 году бюджет развития составит 22,5 миллиарда тенге, то есть вырастет практически в 20 раз. Есть некоторое снижение по Атырауской и Мангыстауской области, но это связано с тем, что в предыдущие годы за счет высокой динамики цен на нефть у них были очень высокие самостоятельные доходы, которые позволяли им свои проекты финансировать. Поэтому в целом хотим обратить внимание местных исполнительных органов на то, что на решение многих местных проблем со следующего года они будут располагать необходимыми ресурсами самостоятельно. Также следует отметить, что по информации Министерства финансов сегодня более 355 миллиардов тенге в виде остатков имеется на счетах казначействах по местным исполнительным органам. До конца года Министерство финансов прогнозирует, что более чем 100 миллиардов тенге останется сверхплановых расходов у местных исполнительных органов. Это те остатки, ресурсы, которые они могут заводить в бюджеты 2017 года и финансировать свои расходы самостоятельно. Таким образом, Башар Амдирович, вот если посмотреть наш проект закона 280 миллиардов плюс 100 миллиардов, которые есть на остатках, то 2017 год беспрецедентный на самом деле рост бюджетов развития. Дополнительные ресурсы, которые будут у местных исполнительных органов, 380 миллиардов тенге, которые они могут самостоятельно распоряжаться и решать все вопросы, относящиеся к исполнению, к ведению местных исполнительных органов. Ну и, конечно, вопросы, связанные с реализацией, со строительством объектов здравоохранения, образования, особенно в том, что касается детских садов, хотели бы обратить внимание, что есть все условия для того, чтобы сейчас реализовывать проекты ГЧП. Есть очень хороший опыт по городу Алматы, об этом ранее аким города Алматы докладывал, по реализации проектов ГЧП в строительстве детских садов. В Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области большая работа проводится, поэтому считаем, что у местных исполнительных органов также есть возможности для того, чтобы хотя бы детские сады и объекты здравоохранения, образования социальные рассматривать в рамках строительства, в рамках реализации проектов ГЧП, через ГЧП. Все законодательные основы,
созданы, и наше министерство совместно с Минфином довело уже до всех местных исполнительных органов лимиты, на которые они могут рассчитывать для реализации проектов ГЧП. Коротко, Бахчан Абдирович, это все. Есть еще ряд системных вопросов. Они относятся в меньшей степени требуют финансирования, но относятся к вопросам регулирования, которые мы на центральном уровне должны решить. Первый вопрос – это об обеспечении государственного контроля за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств, газа и газоснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства в пределах границ населенных пунктов. Этот вопрос выносится по предложению Акимата Акмолинской области. Считаем, что вопрос действительно актуальный для всех областей. Здесь выработано решение, необходимо внести подзаконные акты. Министерство инвестиций и развития, ему предлагаем поручить этот вопрос, для того, чтобы они в рамках промышленной безопасности полностью разграничили все полномочия и компетенции, чтобы была ясность в этом вопросе. Вопрос предварительно проработан с Мининвестиций, они поддерживают и готовы эту работу выполнить. Второй вопрос – это передача инженерных сетей, построенных за счет бюджетных средств, на балансы эксплуатирующих организаций. Вопрос поднимается Западно-Казахстанской областью. Действительно, за последние несколько лет в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» за счет областных бюджетов подводилась инженерная инфраструктура к социальным объектам, объектам малого и среднего бизнеса. Это касается в том числе и газораспределительной инфраструктуры. Считаем необходимым этот вопрос урегулировать. Соответственно, сейчас на год предлагаем акиматам в доверительное управление такие объекты субъектам естественных монополий передать, а затем уже совместно с Министерством финансов через поднятие собственности на республиканский уровень и передачу в оплату акций Казтрансгазу этот вопрос можно решить. То есть механизм имеется, он также согласован. И третий вопрос поднимает Актюбинскую область, низкая загруженность мини-НПЗ в связи с установленной квотой на экспорт Министерством энергетики Республики Казахстан. Но здесь, наверное, Министерство энергетики прокомментирует свою позицию. Коротко, Бахчан Абдирович, это все вопросы, которые поднимались в регионе. Спасибо, уважаемый Акима. Есть вопрос министру Бишимбаеву? Руксатпа, Бахчан Абдирович. Айтыңыз. Сұрақ па, жоқ, сөз айтам дейсіз ба? Қысқаша, яғни, қыркүйек айының орнында үкіметте оңтүстік Қазақстан облысының өзекті мәселелері қаралған болатын, соған байланысты хаттама қабылданған болатын, алты мәселе бойынша. Осы мәселелер бойынша да әлі ешнәрсе жасалған жоқ. Біз тағы арнайы өзіңізге келіп, осы мәселелерге көмек берулеріңізді сұранамыз. Жақсы. Бір жарым ай өтті. Соны жаңа айтылған бағдарламалардың ішінде де осы ең халық көп оңтүстік Қазақстан облысының біршама мәселелері кіріп отырса, ризашылығымызды білдірер едік. Рахмет. Жақсы. Тағы. Рұқсат па, Бақытжан Абдырұлы. Айтыңыз. Атырау. Айтыңыз, айтыңыз. Бақытжан Абдырұлы, бұрын игерілген ескі мұнай кен орындарында энергетика министрлігінде 89 ұңғыма тіркелген. Ол апатты жағдайда. Кей кездері сол ұңғымалардан май ағып, жерді бүлдіріп, суды бүлдіріп, бұл экологиялық зардап әкеліп жатыр. Және бұнымен қоса Атырау облысында 180 гидрогеологиялық ұңғымалар тіркелген. Оларда су атқылап, қазіргі таңда бақылаусыз су шығыны кетіп жатыр. Сіздің атыңызға мен осы ақпараттарды жазып, сіздің қолдауыңыз сұраған болатынмын. Тиісті мемлекеттік органдарға тапсырма беруіңізді сұраймын. Бұл өте қауіпті жағдай. Қазір шара қолданбасақ артына кеш болып қалуы мүмкін. Рахмет. Жақсы, өте орынды мәселе көтеріліп отырған. Энергетика министрлігі мирмен бірге қарауыңызды сұраймыз. Пожалуйста, кто еще? Сергей Витальевич. Включен, да? Сергей Витальевич. Спасибо, что поддержали. Добрый день, Бахтжан Абдырович. Добрый день, коллеги. Что поддержали этот вопрос. Вот он очень важный, по-моему, для всех очень актуальный. Но это будет решаться, наверное, долго, пока в законодательном порядке все это решится. Вот когда эта служба была в МЧС, тогда у нас в области было 5 инспекторов. Когда передали на местные исполнительные органы, оставили всего лишь одного человека. Вот пока этот вопрос будет решаться, надо бы решить вопросы с кадровым. 4 человека надо добавить, потому что мы не успеваем, просто не сможем контролировать. Спасибо. Ясно. Бердібек Машбекович. Бақытжан Абдырұлы, біріншіден, мынау ай сайын біздің өзекті мәселелерімізді қарап,
шешілуіне көмектесіп отқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бірақ бір айтылатын бір екі мәселе бар. Бірінші жаңа экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың айтуына байланысты. У нас на территории области имеется 5 мини-нефтеперерабатывающих заводов, мощность которых составляет 675 тысяч тонн нефти. К сожалению, как было сказано, на сегодняшний день загруженность составляет 4-15%. Мы просим, чтобы вы дали поручение Министерству энергетики совместно с нами и другими заинтересованными госорганами рассмотрели этот вопрос. Если эти заводы будут загружены, тогда мы, во-первых, будем сами себе обеспечивать горючие смазочные материалы. Для нас ежегодная квота для приобретения горючих смазочных материалов устанавливается 200 тысяч тонн, а наша потребность 280 тысяч тонн. Разницу мы покупаем у россиян. Второе – это новые рабочие места, не менее 700 рабочих мест. Дополнительные налоги где-то примерно около 1 миллиард 700 миллионов тенге. Екінші, одан дальше теперь еще один вопрос по отношению стоимости. Мы предложили Министерству энергетики, что наши нефтеперерабатывающие заводы будут покупать по той же цене, по которой покупают наши основные заводы, то есть по экспортной цене. Здесь потери, какие-то ущемления, мы думаем, что не будет. Тем более, Бахтиян Абдурович, я неоднократно к вам заходил, и бывшему премьер-министру Карим Кажимханову заходил по отношению внутренней квоты, который, к сожалению, также до сегодняшнего дня не решился. В результате мы теряем налоги, теряем объем. Басхасрактар бойынша, мына өткенде өзіңізге кіріп ана айтып едім, мына біздің перинатальный центр жөнінен соны қолдасаңыз, и содан кейін соңғы айтатыным, ана нұрлы жер жөнінен. Нұрлы жер жөнінен біз ұсыныс айттық, сіз тиісті министрліктерге тапсырма бердіңіз, соныңда шешім болатын болса. Мен жаңағы әріптесім, оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Хансейіттің айтқан ұсынысын қолдаймын. Жаңа өткен оның үстіне өзіңіз енді ай сайын қарап отырсыз, сонда сіздің берілген тапсырмаларыңыздың нақты әрбір министрліктерменен орындалуы қаралса. Үлкен рахмет. Жақсы, рахмет. Министерство энергетики, дайте пояснение. Бахтиян Бирович, вот в отношении поставки нефти на внутренний рынок мы сегодня испытываем проблемы по загрузке наших трех НПЗ. Вы знаете, никто по своему желанию идти на заводы не хочет. Вот, соответственно, если поставлять по внутренним ценам, по квоте, наши недропользователи будут возражать, мы, к сожалению, наверное, эту ситуацию решить не сможем. Если же вот вопрос, как сейчас Бердыбек Машбекович ставит, по поставке по экспортным ценам, мы этим вопросом готовы позаниматься совместно с недропользователями и отдельно доложить. Тогда проработайте совместно. Есть. Тағы айтам деушілеріңіз бар ма региондардан? Сагадиев. Жан Абдирович, по строительству школ. Нам в год надо строить 100-120 школ. Мы считаем, что из республиканского бюджета надо продолжать строительство минимум 50 школ. В год. У нас, если в 11 классе сидит 220 тысяч человек, то в предшколе 400 тысяч человек. То есть система образования, первая, примет на себя прирост населения, плюс у нас идет урбанизация. То есть крупные школы нам надо будет продолжать строить, регионы с этим не справятся. Хорошо. Тогда будем завершать рассмотрение данного вопроса. Аскар Узакбаевич, я вас прошу, вот по тем протоколам, о которых сейчас Акимы говорили, проведите соответствующее совещание. Там есть конкретные сроки по исполнению. Если они не исполняются, ну, надо причину и надо с Акимом вместе проговорить. Почему, если не решаются? Если не решаются чисто по бюрократическим нашим, то надо будет и разобраться. А поручения, которые были даны, они должны быть выполнены. Если нет, то должны акимы проинформированы, чтобы уже вопросы эти не поднимались, они, более, может быть, отложены на более поздние сроки. Я тоже считаю, что это хорошая практика, когда мы заранее рассматриваем все ваши вопросы, отрабатываем и вот открытый разговор по тем или иным вопросам, по их решению. Но здесь мы видим, что основные запросы, анализ прошел с начала года, основные запросы со стороны акимов поступают
относительно дополнительного финансирования. Ну, сейчас министр Бишимбаев указал, что вот со следующего года ситуация меняется. Я думаю, что и в наших взаимоотношениях тоже наступит некоторые изменения. Мы, наверное, будем уже больше рассматривать более под такие практические вопросы, о которых сейчас сказал Бердыбек Машбекович. Но, тем не менее, хотел бы попросить, чтобы когда вот подписываете, уважаемый Аким, подписываете письма на имя правительства по включению того или иного вопроса или это по выделению денег, да, смешного не доходило, Северо-Казахстанская область уже просит 30 миллионов тенге. Ну, даже смешно уже там, даже там подписывать такое письмо, направлять в центр, просить 30 миллионов тенге, мне кажется, немного, не солидно. 30 миллионов тенге на решение проблемы местного значения можно всегда найти в местном бюджете. Здесь я хотел бы еще один вопрос сказать. Мы вчера у себя рассматривали реализацию программы финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса. Принимали участие и банки второго уровня, ассоциация финансистов. И здесь вот такую информацию я получаю от них. Это относительно выплаты субсидий в рамках данной программы. Вы знаете, что выплата субсидий передана местным исполнительным органам. Какая ситуация на сегодня? В ряде регионов акиматы не приступили к их выплате, а в некоторых областях до сих пор не созданы комиссии по финансовому оздоровлению. Если вот по справке посмотреть, то что мы видим? Значит, из 24,6 миллиардов тенге, которые выделены по этой программе, на сегодня освоено 13,3, то есть 54%. При этом акиматами Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Мангыстауской, Южно-Казахстанской областей, города Астаны, выплата субсидий еще даже не началась. Кроме того, акиматами Алматинской, Восточно-Казахстанской областей и города Алматы до сих пор не созданы комиссии по финансовому оздоровлению, предусмотренные действующими правилами субсидирования. Уважаемые акимы, прошу вас обратить на это внимание и в короткие сроки исправить недоработку по этому вопросу. Я думаю, что на этой неделе все будет исправлено и ситуация выправится. Третий вопрос по проекту закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта. Докладывает министр Мухамедиулы. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы Қазақстан Республикасы үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2016 жылға арналған жоспарына сәйкес әзірленген. Трибунаға шығыңыз. Кешірім сұраймын. Заң жобасын әзірлеу мемлекет басшысын Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасы өкіметінің алдына қойған дене шынықтыруды бұқаралық спортты дамыту және дене шынықтыру сауықтыру объектілерін салу бойынша тапсырмаларды орындау қажеттілігімен негізделген. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие законы. Бюджетный кодекс и закон о физической культуре и спорте. Поправками в бюджетный кодекс предусматривается возможность Национального олимпийского комитета Республики Казахстан выполнять государственные задания в области развития спорта. Закон о физической культуре и спорте вносится изменения и дополнения в части расширения понятийного аппарата, компетенции уполномоченного и местных исполнительных органов, правового усиления роли Национального олимпийского комитета, а также внедрение системы ранжирования видов спорта в целях обеспечения объективного распределения средств. Основным положением по законопроекту предлагается наделить Национальный олимпийский комитет и его организация право получать и участвовать в государственном задании, дополнить задачи государственной политики в области спорта и физической культуры развитием олимпийских, паралимпийских и неолимпийских видов спорта, исключить компетенцию правительства по утверждению нормативов материального обеспечения спортсменов, военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, дополнить компетенцию министерства следующими функциями:
проведение совместно с аккредитованным республиканским федерациям и местным исполнительным органом республиканских и международных соревнований по видам спорта, включая национальные, технические и прикладные виды, по массовому спорту и среди спортсменов-ветеранов. Разработка утверждения по согласованию с уполномоченным органом по бюджетному планированию натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов спорта, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов для подготовки и участия в соревнованиях. Назначение и освобождение от должности главных тренеров сборных команд и государственных тренеров по представлению республиканских аккредитованных спортивных федераций. По национальным видам спорта, по согласованию с Национальным олимпийским комитетом, по паралимпийским видам спорта, по согласованию с Национальным паралимпийским комитетом. Четвертое. Согласование положения международных и республиканских соревнований. Разработка и утверждение перечня приоритетных видов спорта Республики Казахстан. Разработка и утверждение правил ранжирования видов спорта в Республике Казахстан. Согласование регионального перечня приоритетных видов спорта местным исполнительным органам. Компетенция местных исполнительных органов области, городов республиканского значения, столицы дополняется следующими функциями. Участие в проведении республиканских международных соревнований по видам спорта, в том числе национальным, техническим, прикладным видам, массовому спорту, а также среди спортсменов, ветеранов совместно с республиканскими и местными аккредитованными спортивными федерациями. Обеспечение развития не только массовых и национальных видов спорта, но и спорта среди инвалидов на территории административной территориальной единицы. Разработка утверждения размера выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам и тренерам национальных и сборных команд, включая спортсменов, тренеров и руководителей клубов, сборных и национальных команд по игровым видам спорта. Разработка и утверждение регионального перечня приоритетных видов спорта по согласованию с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта. В целях обеспечения сбалансированного распределения средств по видам спорта предлагается ввести систему ранжирования видов спорта для повышения прозрачности и объективности системы финансирования. При ранжировании видов спорта будут учитываться следующие критерии. Спортивные достижения на международных соревнованиях. Национально-культурная традиционность вида спорта, наличие кадрового потенциала, наличие материально-технической базы и соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона. Уважаемый Бахчан Абдирович, уважаемые коллеги, Министерством культуры и спорта при разработке законопроекта были учтены предложения заинтересованных органов, а также имеющийся мировой опыт. Министерство выражает готовность к совместной плодотворной работе по обсуждению законопроекта. Благодарю за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Вакимов, смотрели внимательно? Потому что массовый спорт и вас тоже касается. Хорошо, нет вопросов. Присаживайтесь. Следующий законопроект – внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам рекламы. Бишимбаев. Уважаемый Бахчан Абдирович, уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение вносится проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам рекламы. Данный законопроект разработан в соответствии с пунктом 21 плана законопроектных работ на 2016 год. Хотели коротко охарактеризовать текущую ситуацию. Сегодняшняя ситуация в регулировании рекламной деятельности характеризуется отсутствием единой координации. Очень много различных государственных органов, разные аспекты рекламы регулируют. В этой связи посчитали нужным необходить международный опыт и на основе его посмотрели, каким образом построена регулированная рекламная деятельность в разных странах. Есть децентрализованные модели, есть модели, где осуществляет регулирование один орган, есть модели, где различные органы задействованы в регулировании. В этой связи мы предлагаем также с учетом этого международного опыта определить единый уполномоченный орган в рамках нашей казахстанской модели. Это будет Министерство национальной экономики, ответственный будет за разработку политики по рекламной деятельности. Таким образом, межотраслевая координация будет закреплена за нашим министерством, а регулирующими государственными органами в области рекламы будут являться органы, осуществляющие руководство в отдельной отрасли, в которых осуществляется рекламная деятельность. Кроме того, законопроектом предусматривается реализация мер. Мы предусматриваем ряд мер, которые должны способствовать решению общеэкономических задач. Это направленных на дедоларизацию казахстанской экономики. В соответствии с 17-м пунктом антикризисного плана правительства Национального банка, мы четко указываем в законе, что
Вся стоимость товаров, услуг должна указываться в рекламе, в том числе, только в национальной валюте. Усиливается ответственность за нарушение запрета в области рекламы. На сегодня законодательством о рекламе установлен ряд запретов, за нарушение которых не предусмотрена ответственность. К следствию, многие из них на практике не соблюдаются. Это связано в том числе и с рекламой в печатных изданиях. Было выявлено вот в 2015-2016 году значительное количество нарушений, более 1484 нарушений в рамках рекламы в эфире телеканалов. Поэтому для того, чтобы более четко и системно регулировать и в том числе реагировать на такие нарушения, вводятся данные нормы. В этой связи в целях обеспечения соблюдения требований законодательства рекламы законопроектом предусматриваются поправки в Кодекс об административных нарушениях в части введения соответствующей ответственности. Третий блок – усиление роли социальной рекламы. Доля повышения уровня нравственно-культурного воспитания общества, а также продвижение имиджевой политики страны посредством широкого распространения социальной рекламы является сейчас важной частью деятельности в рамках работы государственных каналов, которые получают государственные каналы, а также частных телерадиоканалов. В этой связи вводится норма размещения эфирного времени на бесплатной основе для проведения социальной рекламы. Порядок размещения социальной рекламы на безвозмездной основе будет установлен соответствующим уполномоченным органом, это Министерство информации и коммуникаций. Седьмой слайд. Еще одна из новелл законопроекта – это продление срока действия разрешения на размещение наружной рекламы. Согласно действующему законодательству, сейчас такие разрешения на размещение наружной рекламы выдают сроком на один год. Зачастую это вызывает у бизнеса неудобства, потому что приходится потом, не всегда им удается продлить свои контракты на размещение рекламы. В этой связи мы предлагаем продлить такие сроки, законодательно закрепить до 5 лет. При этом есть переходные положения, которые позволяют сейчас гибко выйти и эти нормы ввести в регулирование. Пятый блок. Совершенствование законодательства о рекламе. Исключаются правовые коллизии между различными законами о рекламе, об автомобильных дорогах, части компетенции местных исполнительных органов на принятие нормативно-правовых актов в области рекламы. Будут пересмотрены основные понятия в области рекламы ввиду их различного толкования. Оптимизированы все виды разрешительных документов и исключено их дублирование. В целом законопроект был согласован. Есть большой блок законопроектов сопутствующих. Мы вносим изменения в Кодекс об правонарушениях, налоговые, земельные, бюджетные кодексы, Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Также будут внесены изменения в законы о регулировании торговой деятельности, о защите прав потребителей, о средствах массовой информации. Все данные изменения согласованы государственными органами. Просим поддержать. Рахмет. Будут ли вопросы в регионах? Спасибо, присаживайтесь. Следующий законопроект о дактилоскопической и геномной регистрации. Касымов. Құрметті Бағжан Абдирұлы, құрметті әріптестер, дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы және оған ілеспе заң жобалары мемлекет басшысының тапсырмасы және үкіметтің 2016 жылға арналған заң жобалары жұмысын жоспары бойынша әзірленді. Основной законопроект состоит из 5 глав и 38 статей, сопутствующие из 2 статей. Целями принятия законопроекта является установление правовых основ, подтверждение и идентификация личности человека на основе дактилоскопической и геномной информации. В соответствии с указанной целью, задачами является установление правовых основ государственной дактилоскопической и геномной регистрации, основных понятий, принципов, задач и порядка их осуществления, основных требований к сбору и обработке дактилоскопической информации. Под дактилоскопической информацией понимаются биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладони рук человека, позволяющих установить его личность. Геномная информация – это кодированная информация об определенных фрагментах ДНК человека или неопознанного трупа, позволяющих установить его личность. Законопроектом определен круг лиц, подлежащих дактилоскопической и геномной регистрации, а также исчерпывающий перечень госорганов, ответственных за ее сбор, учет и хранение. Дактилоскопическая регистрация граждан Казахстана будет производиться при оформлении паспорта, удостоверении личности или удостоверении личности моряка. При этом
При получении паспорта детьми от 12 до 16 лет она возможна только с его согласия, с их согласия, а дети младше 12 лет регистрации не подлежат. Среди иностранцев обязательную дактилоскопическую регистрацию будет проходить прежде всего лица, нарушившие наше законодательство и подлежащие выдворению из страны. Кроме того, отпечатки пальцев иностранцев будут сдавать при получении визы. Это поможет подтвердить их личность при пересечении границы. Также предполагается дактилоскопическая регистрация беженцев, трудовых мигрантов и иностранцев, проживающих в Казахстане с видом на жительство. Сбор дактилоскопической информации будет возложен на органы внутренних дел при документировании, выдаче виз иностранцам и разрешении трудовой миграции. Заграничные учреждения Министерства иностранных дел при выдаче виз. Вся информация будет храниться в защищенной базе данных МВД в зашифрованном электронном виде. Это гарантирует невозможность доступа к ней посторонних лиц или ее неправомерного использования. Дактилоскопическая информация будет использоваться в строго определенных законных целях для подтверждения или установления личности по запросам суда, правоохранительных органов, органов следствия и дознания, пограничной службы. Обязательной геномной регистрации подлежат осужденные за отдельные виды преступления, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий и неопознанные трупы. Родственники без вести пропавших граждан будут сдавать геномную информацию на добровольной основе с их письменного согласия. Сбор геномной информации будет осуществляться органами внутренних дел при участии ДНК-лаборатории органов судебной и судебно-медицинской экспертизы Министерства юстиции. Информация будет использоваться в целях предупреждения, раскрытия, расследования преступлений, а также установления совершенных их лиц. Принятие законопроекта позволит успешно решить задачи быстрого и точного установления личности, обеспечить качественный новый уровень степени защищенности прав и свобод человека, интересы общества и государства от общественно опасных посягательств, усилит контроль за миграционными потоками. Сопутствующим же законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также 7 законов. Законопроекты согласованы с заинтересованными государственными органами, проведены всесторонние общественные обсуждения с участием депутатов Мажлиса парламента, деятелей наук, общественных объединений, неправительственных и международных организаций. Все мероприятия освещались в средствах массовой информации. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических правовых последствий. Реализация законопроекта является затратной и технически сложной, поэтому ее внедрение в действие запланировано на 2021 год после реализации всех необходимых мероприятий. Законопроект потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований Республиканской бюджетной комиссии. Данный вопрос рассмотрен и одобрен. Доклад закончен. Ахмед Срахтар Барма. Отрымс. Следующий проект закона – это о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы. Шаимова. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті үкімет мүшелері, сіздің қарауыңызға Қазақстан Республикасының кейбір заңнамаларына мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша енгізу туралы заң жобасы енгізілді. Заң жобасы елбасының ағымдағы жылдың 14-ші маусымда берілген тапсырмасына орай әзірленді. Заң жобасында бір бап бар, оның ішінде үш мәселе көзделінді. Оларға қысқаша тоқтап кетейін. Первое. Оптимизируются конкурсные процедуры. В настоящее время конкурс состоит из двух этапов. Это внутренние и общие конкурсы. Схема отбора заключается в следующем. В первую очередь проводится внутренний конкурс среди служащих государственного органа, в котором объявлен конкурс. При отсутствии участников, получивших положительное заключение, проводится внутренний конкурс среди всех государственных служащих. Если после проведения второго внутреннего конкурса вновь отсутствуют соответствующие участники, объявляется общий конкурс. Проведение этих процедур в целом занимает от 16 до 52 рабочих дней. Поэтому законопроектом предлагается наделить государственные органы проводить общий конкурс сразу после проведения первого внутреннего конкурса. Такой подход позволит оптимизировать конкурсные процедуры на 16 рабочих дней. Аналогичный порядок предлагается для вновь созданных государственных органов. Второе. Упрощается порядок занятия должностей корпуса А служащими корпуса Б. Сейчас назначение корпусантов на нижестоящие должности осуществляется исключительно по согласованию с Национальной комиссией. Законопроектом предлагается такой перевод осуществлять по согласованию с уполномоченным органом. И третье. Переносится срок прохождения
кандидатами на правоохранительную службу тестирование на знание законов и оценки компетенций в агентстве. По действующему закону такое требование вводится в действие с 1 января следующего года. Главой государства поручено внедрить эту систему в текущем году. Соответствующая поправка внесена в закон о государственной службе. В целом, принятие закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также затрат из бюджета. Спасибо. Прошу поддержать. Рахмет. Будут ли вопросы? Присаживайтесь. Тогда предлагаю проголосовать за доложенные законопроекты. Прошу регистрироваться. Голосую. Спасибо. Решение принято. Канцелярия в кратчайшие сроки внести законопроекты в мажилис.